Закон – независимость. Но... Что но? Джонсон, Питкерн, Хики. Им нужна земля, грабежи и смерть Джорджа Вашингтона. Джонсон хотел завладеть землей, чтобы уберечь ее. Питкерн стремился к дипломатии, а ты все испортил настолько, что началась война. А Хики? Джордж Вашингтон на редкость дрянной лидер. Он проиграл почти все свои сражения. Его снедают неуверенность и нерешительность. Вспомни Вилли Фордж и поймешь, что я прав. Без него нам будет лучше. Мальчик, сколь неприятен мне наш разговор. У Чорча язык что помело. Ты хочешь вернуть припасы? Я хочу покарать его. Наши интересы совпадают. Что ты предлагаешь? Перемирие. Союз... Союз пойдет нам на пользу. Ты ведь мой сын, и тебя еще можно спасти от невежества. Хочешь, могу убить тебя сейчас. Прекрасно. Тогда в путь. Ты хоть знаешь, куда отправился Бенджамин Чёрч? Боюсь, нет. Я хотел подстеречь его, если он вернется. Но, похоже, опоздал. Они вымели все подчистую. Возможно, я выслежу его. Фургон стоял здесь, становясь тяжелее, пока его загружали. Снег засыпал следы, но и оставшихся мне вполне хватит.
Вот повезло. Если не починю, замерзну насмерть. Вы люди Бена Чорча? Молодец. Глупо было бежать. Что вам надо? Где Бенджамин Чорч? Не знаю. Он поехал в лагерь к северу отсюда. Там мы обычно разгружаемся. Может, там его... Довольно. Зачем ты его убил? Не стоит тратить время на пустой спор. Догони прочих людей Чорча, проберись в их лагерь и попробуй что-нибудь узнать. А как же ты? Не твоя печаль. Делай, как я сказал. Почти жаль этих янки. Мерзнут там, голодают, тяжко им там, наверное. А всего-то надо поднять белый флаг. Давно уже пора это сделать. Вся эта война. Толку никакого. Британцы все равно победят. Столько жизни потрачены за глупых людей. Я
краб спрятался тут. На это стоит посмотреть. Хватай! Тебя носит. Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рейд. Хватит обор. Берем сразу лагерь. Very much. На это стоит посмотреть. Точно. Ты уверен? Уверен, не уверен, не мое дело. Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рей, хватит обоза. Берем сразу лагерь Ян. Точно. Ты уверен? Уверен, не уверен, не мое дело. Так приказал Чёрч. Сомневаешься? Сам с ним разбирайся. Здесь? Конечно нет. Я слыхал, он в Нью-Йорке. На дно там залег и помалкивает. В тюрьму-то обратно никому не охота. Ладно, я в деле. Гляди, кого нашли. Шнырял вокруг лагеря. Больно подозрительный. Небось, шпион Янки. Нет, он не шпион. Это особый случай. Правда ведь, Хейтем? Чёрч мне все про тебя рассказал. Тогда ты явно плохо слушал. Не в том ты положении, чтобы угрожать. Ясно? Пока нет.